Антимонопольная служба Хакасии приступила к рассмотрению дела по факту сговора предпринимателей, занимающихся поставками лекарств и медоснащения. Часть из них также являются фигурантами уголовного дела по факту картеля, которое возбудило республиканское МВД. Напомним, дело в отношении директора фирмы «Аквадес» и ряда неустановленных лиц силовики возбудили в прошлом месяце. Прокуратура установила, что благодаря сговору участники поддерживали на торгах определенные цены и позволяли выигрывать их определенной компании. Предприниматели заработали на этом более 600 миллионов рублей. Это первое в России дело по картельному сговору. Параллельно антимонопольщики Хакасии ведут свое расследование, и первое заседание по делу о сговоре состоялось в минувшую пятницу. В качестве ответчиков целых 11 фирм, причем с разных уголков страны. Так что процесс сбора доказательств обещает быть непростым. Не только с Красноярска и Абакана, это был Питер, это была Москва, это была и Самара и прочие организации. Теперь нам возникает все-таки вопрос, а что же это было? Это проблема в документации? Либо это все-таки был сговор немножко на другом рынке, помимо нашего рынка, да, тех признаков, которые мы видим у нас произошли в республике. Все-таки, судя по статистике, по тем делам, которые рассматривает не только наша служба, но и Федеральная антимонопольная служба по закупкам лекарств, медицинского оборудования на территории всех субъектов Российской Федерации, мы видим, что мы не единственные. Сегодня дела о сговорах рассматриваются еще в 80 субъектах страны. Связаны ли они между собой или в каждом регионе своя история, зависит от результатов расследования как антимонопольной службы, так и силовых органов.